Десятки сел по стране закрываются на карантин. На этот раз из-за птичьего гриппа, который выявлен в Североказахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Сценарий развития событий везде один и тот же. У домашней птицы начинаются судороги, и в течение считанных часов наступает смерть. 48 гусей было. Осталось вот. Куры не осталось вообще. 90 штук курей было. Все подохли. Вот остаток. Вот. В Министерстве сельского хозяйства говорят, что причиной гибели домашней птицы стали ее дикие перелетные сородичи. Тем временем спецотряды, работающие на местах массового мора пернатых, едва успевают уничтожать уже павшую птицу и изымать еще живую, но уже заразившуюся. Впрочем, далеко не все хозяева на это соглашаются. Мы не пустим, я не отдам дом мой, хозяйка я, они у меня живут. Как это я отдам свою птицу? Я буду кричать, я буду гнать, но я их не пущу. И если вылечить уже заболевшую птицу невозможно, то предотвратить смертельную болезнь прививкой вполне реально. Была выделена вакцина из республиканского запаса в размере 1,4 миллионов доз вакцин. Это позволяет провакцинировать 4,7 миллиона поголовья. Также буквально завтра дополнительно будет поставлено еще 1 миллион доз вакцин, что позволит провакцинировать 3,5 миллиона голов. Тем, кто понес убытки, власти обещают компенсацию. На это уже предусмотрено порядка 390 миллионов тенге. Данный тип птичьего гриппа не заразен людям. Не было замечено, чтобы данный вирус был передан человеку. С большинства кустанайских рынков мясо домашней птицы уже пропало. Регион в лидерах по объему потерь. Большие убытки понесла Аркалыкская птицефабрика. Тем временем эксперты прогнозируют негативную реакцию экономических показателей отрасли. Дефицит куриного мяса и яиц может спровоцировать рост цен на продукцию. Это закон соотношения спроса и предложения, поэтому сейчас нужно поддержать птицефабрики, чтобы они не обанкротились. Заранее проведенная вакцинация могла бы помочь избежать ситуации. В профильном ведомстве уже поспешили заявить, что вакцину имели возможность получить все желающие. И если птицефабрики должны были ее покупать, то вот частникам она выдавалась бесплатно. Другой вопрос – знали ли об этом сами фермеры? Амир Саминбетов, ЖТКН.